Дорогие ветераны, примите наш земной поклон, искреннюю и глубокую благодарность за ваш бесценный вклад в возрождение родной Беларуси. Наша безопасность в единстве народа, в сильной внутренней и внешней политике государства. Дорогие земляки, подлинный суверенитет страны возможен лишь тогда, когда его народ объединен единым духовным порывом, желанием сделать свою страну благополучной и процветающей. Когда люди берегут и приумножают добрую славу отчизны, государство с таким народом непобедимо. В этот светлый и радостный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и добра, процветания и мира в стране и нашему белорусскому народу. С праздником, с Днем Независимости! За новостями на портале городвитебск.бай.